Город Белово, 32-я школа. Сделали ремонт. Вот обнесли школу вот забором. Меня вот всегда волновал вопрос, вот зачем школу забором обносят? То есть, ну, если какая-то эстетическая, то есть цель этого, ну, вы сделаете нормальный забор, чтобы не этот, это какое-то... То, что сейчас сделано, это просто... Никакие ворота не лезет, какие-то палки наделали железные. Красоты я здесь какой-то не вижу. Там, если какая-то защитная функция, ну это тоже смешно. То есть любой взрослый человек спокойно перелезет этот забор этот вообще, то есть даже глазом не моргнет. Но вообще забор еще тюрьмы обносят. То есть, как бы ассоциации такие, то есть школу тюрьму делаем. Если бы я делал забор для школы, я бы сделал вот живую изгородь, вот рядом, пример. То есть вот нормальный забор, вот красота, природа. Все смотрят, радуются, что вокруг школы зелень. А вот то, что сейчас сделано, то есть потрачено, во-первых, металла очень много, во-вторых, краски. Ну и еще такой момент, все не понимают. То есть на то, чтобы металл сделать, чтобы краску сделать, необходимо потратить определенное количество энергии, то есть киловатт-часов. То есть электричество потрачено очень много на это дело. То есть это бездумная трата, то есть ресурсов. По сути, не знаю. По сути, можно сказать, что деньги осваивают люди. То есть, ну, тратят не туда, куда надо. То есть на эти деньги, то есть можно было там, детям школьную форму, всем детям всей школы купить школьную форму и каждый год покупать. Чтобы дети наши ходили в одинаковой форме. Учебники можно было купить. Родители там не искали там учебники эти, не изыскивали средства. Можно было на питание потратить. Сейчас вот первые начальные классы только у нас питаются бесплатно. Я, допустим, за то, чтобы все 10 классов в школе питались абсолютно бесплатно. И, то есть, на это надо изыскивать средства, а не заборы строить. Город Белово, 12 июня 2021 года. Давайте все поддержим эту инициативу, чтобы вокруг школ были живые изгороди из деревьев, из цветов, клумбы с цветами.